Оглянемся назад. В далеком прошлом есть 7 дней, изменивших ход истории человечества. Случилось это в маленькой стране к востоку от Средиземного моря. Главных действующих лиц было сравнительно немного. Каково это было оказаться там и наблюдать, как разворачиваются те события? Весеннее утро в Граде и Иерусалиме. Пятница, 33-й год от Рождества Христова. Через несколько дней мир и отношение человека с Богом изменятся навсегда. Закройте двери. Кладите форес. Ты царь иудейский? От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне? Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Царство мое не от мира сего. Итак, ты царь. Я на то родился и на то пришел в мир.
примите, едите. Сие творите в мои воспоминания. Пейте. Это в память о крови моей, пролитой за всех тех, кто уверует во имя мое. Отче, пришел час. Здесь. Я дам знак. Учитель. Thank you.
תפסיק! האיש הזה הריח שלנו. משום שהוא ריח התייס עליו כמו אל חול מסכסך ומזכר אומר אחר. Bravas petibus. Stai isti. Кого мне отпустить вам? Иисуса? Или Вараву? Никакой вины в этом человеке! Распни его! Распни его! Распни! Thank you.
Царя ли вашего распну? Итак, ты царь. Я на то родился и на то пришел в мир. Руки твои предаю дух мой. Совершилось.